Продолжаем писать крестики-нолики. В прошлом видео мы сделали подсчет очков для человека. Видим, да, 1. Но у нас нету подсчета очков, если выиграет компьютер. Сейчас пытаюсь это вам продемонстрировать. Видим, да, компьютер выиграл, но очков осталось 0. И вот эта надпись мне не нравится, как она размещается. Хотелось бы, чтобы она была по центру. Итак, переходим сначала в Activity XML. Находим блок кода, который отвечает за вот эту вот надпись. И давайте скопируем вот это Android Gravity Center. Копирую, вставляю. И так, если вот увидели, у нас вот этот вот текст теперь разместился по центру. То есть выравнивается не по левому краю, а по центру. Так, теперь этот текст можно удалить. Переходим в файл Java. И теперь, так, что нам надо? Так, у нас есть, вот блок кода, когда выигрывает человек, и у нас происходит увеличение очков, ну и запись их, соответственно, на табло, скажем так. Копируем это, и то же самое мы должны проделать, когда выигрывает компьютер. Вставляем, только у нас тут points of human, меняем, естественно, на points of PC. Видим, да? Копируем, вставляем это сюда. И тут у нас еще human points, тоже меняем их на PC points. Так, все лишнее удаляем. И теперь копируем это и вставляем для каждого условия. Так, главное не пропустить. Так, готово. Запускаем. Так, нам надо проверить выравнивание и подсчет очков. Тут у нас должен появиться один баг. Может быть, вы его успели заметить в прошлом видео. Так, давайте. Значит, первая победа у меня есть. Congratulations, you win 1. Теперь давайте сделаем, чтобы выиграл компьютер. Так. Не получилось. Так, видим, выравнивание у нас работает, но ведется неправильный подсчет очков. Сразу вот 4 очка у компьютера получилось. Аналогично может быть неправильный подсчет и у человека. Так, давайте сейчас попытаюсь объяснить вам, почему так происходит. Видим 7. Значит, ладно, может сейчас не получится достичь, но я вам объясню это на пальцах. В общем, может быть такая возникнет ситуация, когда мы закроем сразу несколько линий. Например, эту и эту. В общем, сейчас у меня этого не получается сделать. Ну, допустим, мы закрыли вот эту линию. Вернее, у нас тут вот тут был крестик, тут и вот здесь. И после этого мы надавили сюда. Что произойдет? Закроется эта линия и эта. И у нас будет сразу 2 очка. Аналогично неправильно подсчитываются очки у компьютера. Поэтому что надо сделать? Когда у нас одно условие победы достигнуто, остальные условия не должны проверяться. Поэтому для человека мы вот тут после каждого блока if должны дописать условие else. И только если получается вот это условие не срабатывает, должно провериться другое. Вставляем. Так. И то же самое мы должны и для компьютера.
подобавлять условие else. Так, добавили. Теперь запустим. И давайте проверим. На примере человека, когда я закрываю, это тяжело проверить. Надо закрыть сразу две линии. Но... Так, давайте один. Одно очко у меня. Два. Три. Так, у терминатора сразу 14 очков. Пять. Шесть. Семь. Так, у меня подсчет. А теперь давайте сделаем, чтобы выиграл компьютер. Не получилось. 15. Так, тут еще, значит, надо прописать одно условие. Для того, чтобы исправить эту ошибку, надо разобраться, откуда она берется. Так, давайте еще раз. 8 очков у компьютера. Оп, и стало 13. Значит, смотрите, давайте посмотрим, когда у нас начисляются эти очки. Очки у нас начисляются, вот когда проходит вот это вот этот метод, и проверяется, выиграл ли компьютер. А вызывается он когда? Когда происходит ход компьютера. И этот метод вызывается у нас в конце, вот в самом конце. А должен он вызываться после того, ну, после каждого, скажем так, нажатия кнопки. Поэтому этот метод отсюда вырезаем и вставляем его. Так, получается, вот сюда. И так делаем для каждой кнопки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь можем проверить. Получается, у нас, допустим, выпадала цифра 2, да, и... Она была записана каким-то значением, да, код дошелся до конца и потом выполнил вот эту вот проверку. У нас там так и получалось. Так, и давайте сейчас сделаем несколько побед. Хотя бы, так, 5. Еще одну. И давайте специально проиграем. Когда надо, специально не получится проиграть. Так, нолик сюда должен поставить. Угу. Вот все, единичка, да, видим. У компьютера очки теперь подсчитываются верно. 2, давайте еще один раз. 3. Вот, на этом все. Это видео буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.